не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Третьего июля на дорогах Кызыла инспекторы несут службу в белых рубашках. Сегодня отмечается День госавтоинспекции Российской Федерации. День ГАИ в России – праздник сравнительно молодой, но история службы началась 83 года назад. Именно 3 июля в далеком 1936-м постановлением Совета народных комиссаров Советского Союза была создана Государственная автомобильная инспекция СССР. В первых правилах дорожного движения, утвержденных Совнаркомом, говорилось, что пешеходы дорогу должны уступать ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, автомобиль общего назначения всем автомашинам специального назначения и автобусу. С тех пор в правилах дорожного движения произошло много изменений. Сегодня в подразделениях Республиканской госавтоинспекции служат около 200 человек. По традиции сотрудники ГИБДД свой профессиональный праздник встречают на посту. Инспектор и в дождь, и в холод, и в слякоть находится на дороге и осуществляет контроль за безопасностью дорожного движения. Работа круглосуточная, круглогодичная, поэтому те сотрудники, которые посвятили свою жизнь этой работе, они выбрали ее по призванию, а не для того, чтобы просто какое-то время послужить в системе МВД. Пользуясь случаем, конечно, хотелось бы обратиться к ветеранам, поблагодарить их за ту платформу, которую они создали для нас и для дальнейшего продолжения этого нелегкого дела. Пожелать им здоровья, долголетия и всех благ. Ну и, конечно же, к нашим сотрудникам также я обращаюсь, поздравляю с этим днем, пожелать им карьерного роста, благополучия в семье, крепкого тыла, ну и достичь тех вершин, которые они перед собой поставили. Столичная мэрия информирует о том, что с июля этого года еженедельно с четверга по воскресенье с 9 утра до 8 вечера в столице Тувы начинает работу сельскохозяйственный рынок выходного дня по адресу город Кызыл, улица Дружбы, 52, автостоянка. В продаже по приемлемым ценам можно приобрести молочную и мясную продукцию, тувинские национальные блюда, овощи, фрукты и многие другие товары. В Кызыле ученые Сибири, Москвы, Монголии обсудят курортную базу Тувы и соседних регионов. Сегодня начал свою работу 4-я научно-практическая конференция «Курортная база и природные лечебно-оздоровительные местности Тувы и сопредельных регионов. Опыт и перспективы их использования в целях профилактики заболеваний, лечения и реабилитации больных». По информации Минздрава региона, аржанная бальнеотерапия является перспективной нишей для развития лечебно-оздоровительного туризма в Туве. На территории республики зарегистрировано более 200 природных водных целебных объектов, которые ежегодно посещают более 45 тысяч человек, 14% от всего населения Тувы. В программу заявлены доклады тувинских ученых и гостей из сибирских регионов Москвы, а также Монголии. Они коснутся и инновационных направлений в изучении аржанов Тувы, оценки их курортно-рекреационного потенциала и так далее. По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва, количество уведомивших налоговые органы самозанятых граждан, осуществляющих деятельность по оказанию услуг физическому лицу, на начало июля текущего года достигло 230 человек. Это четвертое место среди регионов России. Самое большое количество предоставленных уведомлений по состоянию на 1 июля приходится на выпас скота – 88 граждан, организацию проведения обрядов, то есть свадеб, юбилеев – 32, пошив и ремонт одежды – также 32. Наибольшую активность в реализации мер по регистрации самозанятых проявили Эрзинский район 55, Кызыл 53, а также город Ак-Довурак 23. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 63 рубля 23 копейки, евро 71 рубль 41 копейка. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век».
30 июня в 5 часов утра поступило телефонное сообщение от жителя села Сукпак о том, что на одной из улиц села он нашел маленького ребенка. Ребенок тувинской национальности примерно 6-8-месячного возраста лежал на одеяле в одной футболке без взрослых. Мужчина привез ребенка к себе домой. Девочка была замерзшая и грязная. Вместе с супругой они позвонили в скорую помощь. Врачи приехали, и при осмотре ребенка выяснилось, что у малышки общее охлаждение и температура 37 градусов. Медики забрали ребенка в детское отделение соматики. Состояние ребенка оценено средней тяжести. Имеет температуру 38 градусов. Была оказана первичная медицинская помощь. В данный момент состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Питается хорошо, самочувствие хорошее. Легких в данный момент скрипов нет. Установлено, что девочка проживает в семье с мамой 1990 года рождения. В семье еще воспитываются две дочки. На следующий день примерно в 10 часов утра нашлась мать ребенка. Она находилась в похмельном состоянии. Женщина пояснила, что накануне она выпивала, причем делала она это с ребенком на руках. Далее, опьянев, отдала ребенка родственнице, которая проживает на левобережных дачных обществах. Данная семья на профилактическом учете как неблагополучная не состояла. Мать ребенка спиртными напитками не злоупотребляет. По факту обнаружения малолетнего ребенка дознавателем возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». За заведомое оставление без помощи лица опасном положении или жизни здоровья предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшедшего, а также местонахождение предполагаемой родственницы. В настоящее время проводятся поиски родственницы для выяснения обстоятельств нахождения ребенка на улице. По итогам данного чрезвычайного события семья поставлена на учет администрации села Сукпак как семья, находящаяся в социально опасном положении. Как сообщается на официальном сайте мэрии Кызыла, в период комплектования детских садов в этом году будет распределено свыше 1700 мест для детей с 2 до 6 лет в общеразвивающих группах, 157 мест для детей от 3 до 6 лет в специализированных группах разной направленности по заключению психолога-медико-педагогической комиссии. По итогам ревизии электронной очереди после выдачи направлений по судебным решениям на комплектование ДАУ выделено 830 мест, 415 на льготную очередь, 85 мест для детей от 2 до 3 лет, по 110 от 3 до 4 и от 4 до 5 лет, 50 мест от 5 до 6 лет и 60 от 6 до 7 лет. На общую очередь выделено также 415 мест по такому же принципу. Комплектование в детские сады производится автоматизированной информационной системой комплектования ДАУ путем выгрузки. При этом программой учитывается дата постановки ребенка на очередь, возраст ребенка и наличие льгот. Комиссия по комплектованию будет работать в июле-августе. Дополнительное комплектование будет производиться в августе после ревизии списка по выгрузке. Ожидается появление новых мест после сдачи объекта нового детского сада на Своротке. С 4 по 8 июля в последний раз состоится международный фестиваль живой музыки и веры «Устюхюре». По словам директора Тувинской государственной филармонии Игоря Дулуша, пришло время уйти фестивалю для того, чтобы дать дорогу другим проектам. Обустройство территории проведения фестиваля началось с 24 июня. Организаторы напоминают участникам и гостям, что фестиваль проводится в походно-полевых условиях и просят быть готовыми ко всем капризам погоды. Хедлайнером фестиваля станет королева джаза Денис Кин, которая за последние четверть века, выступая на тысячах площадок в США, Франции, Бразилии, Германии и Японии, остается хранителем духа настоящего джаза. Ей будет аккомпанировать Тува Джаз Бенд. В сфере профессионального искусства Устюхюре предоставит возможность услышать гобой Алексея Балашова и многие другие. На юбилейном фестивале тувинский рок можно будет послушать в исполнении группы Едха под неизменным руководством Альберта Кувезина. Еще от Тувы будет выступать рок-группа Хартыга, которую называют самым успешным проектом фестиваля живой музыки и веры. Ведь самое первое выступление этой группы состоялось именно на сцене фестиваля в 2008 году.
По начинающейся традиции главным гастрономическим событием года и народного праздника животноводов «Надым» станет гастрономический форум «Тувинская баранина», который пройдет 14 и 13 июля в местечке Тозбулак. «Тувинская баранина» – это фестиваль, доросший до статуса форума и проводимый в целях развития и популяризации тувинского аутентичного продукта Тувы – самой вкусной баранины в мире, заявляют организаторы. В программе форума мастер-классы и акции, конкурсная часть по приготовлению блюд из тувинской баранины – панельная дискуссия и подписание меморандума о популяризации и продвижении бренда «Тувинская баранина», а также установление рекорда Сибири по варке самого большого объема карамюн. Отмечается, что по решению оргкомитета «Тувинская баранина» проходит раз в два года в дни проведения народного праздника «Надым» и ежегодно чередуется с фестивалем белой пищи «Акчем». Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. В Кызыле перемена облачность, днем без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 12. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 27, плюс 29. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.